Всем привет, ребята, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Drive Ahead. А давайте начнем. Так, машинки выбираем. И поехали. Так, выбираем, в каком месте? Фестиваль. О, фестиваль. Интересно. Так, надо аккуратненько мне. Ах ты, смотри, какой ты быстрый. Ах ты, гад. Сейчас попробуем его щелкнуть. О, нет, он меня ударил по голове. А, два раза. На тебе. Так. Один раз мы его щелкнули. Получится еще разочек или нет? Эх. Опа. Есть. Удар. И я себе еще нанес. Но мы выиграли. Текс. А тут что у нас? Трактор, да? Тракторочек. Ох ты, пингвин. Кто тебя сюда посадил, а? Блин, это мусор вообще. На, я тебя сейчас щелкну. Есть, щелкнули мы его. Так, вот этот пингвин мне конкретно мешает. Ну все, видишь, мне по голове опять ударили. А, ладно. Так, спускаемся вниз. О, молодец. Красненький. Так, две неотложки. Две неотложки, ребята. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Так, наверх я поеду. Ой. Так, а тот что там, застрял, что ли? Сейчас будет внезапная смерть тогда. Если он вот так вот там и будет сидеть. Ого. Ого-го-го. Есть. Щелкнули мы ему по голове. Так, внезапная смерть. А, нет. А, как назло, мне щелкнула эта внезапная смерть. Вонючая. Так, че я сам себя фигачу? Нет, а как так у него получается? Он стоит на одном месте и все. Так. Наверх я тоже не могу заехать. Нет, он заколебал там сидеть. На тебе сейчас. Есть. Готово. О, это была тяжелая битва, ребята. Очень тяжелая. Дальше выбираем у нас. Что у нас есть? Батл арена, новинка. А новый режим игры. Ну давай попробуем. Рифт Райдер называется. Играть. Ах ты, нифига себе. Что это за такое за существо? Ого. Это этот, как его, господи, боже мой. Как его сказать? Нифига у него на жопе. Мозг находится в жопе. Ха-ха-ха. Смотри, видишь, реально. В жопе мозг находится. Таракан, короче, какой-то, да? Паук. А мне его надо щелкнуть, что ли, да? Я так понимаю. А, вот сюда его. Прям по мозгу ему бить надо. Нифига себе. Он, короче, рассердился. И своих маленьких воинов послал. Так, а тут что такое? Ух ты, я какую-то молнию подобрал. Убей, значит, их молнией. А как молнией стрелять? Подожди. Босс, расстроим. Так, а как стрелять молнией? Не понял. На, тебе на. Сейчас еще раз тебе. Молния, прям молнией. На, в жопу тебе. По заднице. Так, бомбочка какая-то. Я хочу бомбочку вот эту взять. Так, ну а как ее взять, непонятно. Ух ты, на молнии. Так, машинка у меня взорвалась. О, ракетный комплекс у меня теперь есть. Он, видимо, автоматически стреляет, да, ракетный комплекс? А, нет, нифига. Надо нажимать, походу. Но я еще пока не разобрался, что делать здесь. Нет, она автоматически срабатывает. Да, автоматически. Через определенное время. Опа. Так, мне нужно быстро перевернуться, иначе я сейчас взорвусь. Но не успела я перевернуться, машинка вообще не переворачивалась. Постоянно по голове стучала мне. Ну, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ой-ой-ой, убегаем. Так, давай. Какие-то ракетки непонятные. Все. Победа, ребята, выиграли. Сколько мы?
Ну что, ребятки, так, сколько у нас здесь монеток? 747 монеток. Давайте приобретем, амортизацию возьмем. Так, ну все, поехали, поехали, посмотрим. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже едет тут, гад. Так, вот этих мы сейчас щелкнем. О, давай-давай-давай, ускоряемся. Ускоряемся, ускоряемся, быстрее-быстрее-быстрее. Нам нужно, ребята, успеть. Попробовать сегодня, может быть, даже мы улучшим машинку нашу, вторую. Для этого нам нужно проехать. Проехать хорошо подальше. Так, зомбарь, зомбарь бежит. На тебе. Смотри, отурил вот этот вот зомбарь, вот этот без головы, да? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребята, надо ускоряться, надо ускоряться. Ё-моё, он меня стреляет, смотри, а? А-а-а, уничтожил, уничтожил меня. Ах ты, главный зомбарь большой, такой мощный. Давайте возьмем другую машинку, вот эту, поедем на этой машинке. Так, все, поехали, поехали, быстренько, быстренько. Так, у нас тачка эта достаточно-таки пока медленная. Нам надо ее прокачивать тоже. Давай, 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 посмотрим. Ну, может быть, много проедем. Не знаю. Уже 500 футов мы проехали. Так, все нормально, едем. Да, опять смотри, зомбарь бежит на меня, прыгает. Нет, зомбарек. Сегодня я буду тут выигрывать. Давайте подождем, пока наполнится шкала турбо. Опа, так, немножко совсем она наполнилась. Так, вот этого нужно сбить. Ой-ой-ой, ну так, опа, сбили как раз. Мы его, ребятушки, сбили. Этого велосипедиста, который нам мешает постоянно. О, на сегвее, прикинь, этот, тут зомби какие-то этот, прокачанные такие, на сегвее ходят. Так, этот зацепился, да, за меня? О, двое за мной зацепились. Ладно. Так, а я не помню, здесь есть оружие или нету в магазине. Кажется, нету оружия. Ну ладно. Так, мне главное сейчас подождать, чтобы турбо набралось. Так, о, турбо набирается, отлично. Все, максимум турбо. Теперь можно чуть-чуть ускориться. Совсем чуть-чуть мы ускорились, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, давай быстрее, быстрее, машинка. Новый рекорд, ребята, мы побили новый рекорд. Это очень хорошо. Может быть, мы откроем новую карту. Давайте. О, здесь сложно вообще подняться. Так, вот этот еще. Смотри, велосипедист появился. Надо его щелкнуть. Надо просто на него прыгнуть и его убить. А, гад, а. Мне бы проехать тут немножко осталось. Алло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы здесь застряли. Ребята, мы здесь реально застряли. А, здесь надо было прыгать с ускорением. Ну все, меня сейчас этот убьет и все. Ё-моё, убил, убил. Как жалко, ребятушки. Осталось проехать совсем немножко. Совсем немножко. Так, что это тут такое у нас? Дрон какой-то можно купить? Ух ты. А вот эти вот зеленые штучки, что нам дают? Это типа деньги? Да. Оружие, ребята, мы выбрать не можем. Так, а машинку эту тоже мы пока не откроем с вами. Ладно, давайте тогда поиграем в другую игру. $350 у нас, ребята, ну, на эти деньги мы ничего не купим. Поэтому едем зарабатывать деньги. Ой, взрывчатка. Давай, нубик, давай. Нам нужно много денег. Давай, 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 едь, едь, пожалуйста, едь. Ты сможешь, еще немножечко. Постарайся побольше, побольше немножко проехать, нет. Остановился. 500 монет. Пока ничего не... Нет, лук. Да нет, смысл лука, давай этот... На двигатель будем копить деньги. На двигатель. Сейчас мы подзаработаем. О, как хорошо, смотри. Вперед проехали, да? Взрывчатка нам помогла прям. ТНТ-шка. О, мы сейчас прям вообще много проехали, да? О, еще одна ТНТ-шечка, пожалуйста. Чуть-чуть не доехали до ТНТ-шки. Так, ну давайте приобретем движочек. Движочек. $566 он стоит. Все, денег нету. Денег нету.
Так, ну что, у нас расход там уменьшился немножко, нет? Будем надеяться, что уменьшился. О, прям хорошо мне подбросило. Спасибо. Так, еще две стрелы есть. Давай, Нубик. Давай, Нубик. Мы за тебя. Мы только за тебя. Ой, смотри, как хорошо. Прям бомбочки, прям в тему, а? Как в тему ТНТшки. $369. Офигеть. А, но все равно денег мало. А, ну давайте приобретем еще тогда. Ну, что можем купить, то и покупаем. А что делать? Лук. Покупаем лук. Едем. Ну, а что делать? По-другому никак. Охо. ТНТшки нас будут спасать. Сигак он их пощелкал. Давай, тут еще ТНТшечка будет. Я видел, я помню. Я помню, еще одна ТНТшечка. О, как он взлетел. Нифига. А, одну ТНТшку мы пропустили. Слишком далеко нас подкинуло. Как бы с одной стороны это хорошо, но с другой не очень. Да. Ну что ж, давайте посадим растение. Здесь нужно тоже орешки. Этих всех перестреляем. А, даже я сейчас возьму. То есть мне солнышко будет побольше. О, чтобы я мог посадить растения здесь. Вот, я нормально. Так, ты не воруй меня, солнце. Слушай, чувак. Как же они мне надоели, эти, которые воруют. Ух ты, а как же мне тебя-то побороть-то, а, гада. Так, и нет, да ничего, а, вот есть. Блин, не успел я. Ну ладно, здесь, в принципе, несложный уровень. Все, прошли мы его. Нам первый. Так, дальше открыли какую-то карту мы. Сейчас посмотрим, что на этой карте будет. Так, все, пошли в Египет. Проходим карту Египет. Вот, второе место теперь. Так, двое нас, да? Трое. Так, 1000 монет стоит, офигеть. Лады. Так, чуваки, как бы у вас. Так, ну здесь мне нужны монетки, поэтому быстренько сейчас возьмем солнышко. Садим побольше. Сюда. Вот так. Еще вот этих вот солнышков посадим. Так, и одну капусточку надо еще купить будет. Давай еще солнышками. Ну все, теперь вся бригада у меня работает. Вся бригада получается у меня в работе. Так, давай вот эти сейчас. Мне бы еще один листочек был. О, спасибо. Еще один листочек. Так, возьмем монетки. Тоже капусту сейчас посадим. А, сюда, смотри, забирает меня. Ладно, не хотите ли вы вот такую штуку попробовать? Капустница называется. Так, садим побольше капусты. На, сейчас мы выстрелим полностью. На, получайте. Есть, победа. Да, и открыли мы вот эту самую ромашку. Это ромашка. Ромашка-бумеранг. Вот, идем дальше. Третий уровень.
О, смотри, как они умеют. А это почему-то круглая. Интересно, интересно. Да, смотри. Прокачанный какой-то. Так, и наверх одного сейчас посадим. Если не его дадут. Так, листочки соберем все. А, да, вот есть. Ну, сейчас подождем, подождем. Так, еще один листочек. Сейчас, когда бригада сейчас подбежит. Так, смотри, ё-моё. О, понял. Понял, как работает бригада. Так, вот защита есть. Ставим один орешек сюда. А, нет, все, прошло. Проехали мы, выиграли. Так, и у нас есть всякие штуки, которые нам сейчас расскажут про них. Win World Case. Едем на желтой машине. Вот такая, она у меня уже более-менее прокачанная. Да, она мне, кстати, прокачанная максимально. Ну, сейчас посмотрим, как она будет ехать. Давай, лотерейный. О, все, лотерейный билетик есть у нас. Так, опять-таки толпа зомби летит прям на нас. Хочет нас поймать. Ну, ничего страшного. О, ё-моё, тихо-тихо, аккуратненько. Главное сейчас не разбиться. Вот у нас вторая база. Так, мы должны вторую базу проехать. Фига, башка эта от зомбака летела как долго. Так, а тут еще лотерейный билетик будет. Стреляем. О, птичку поймали. Все, отлично теперь. Хорош, хорош. Ускорение. О. Очень быстро мы летим. Так, здесь сделаем кувырочек. Ой, хорошо. Главное не разбиться нам. Все, теперь у нас скорость мощная. О, третья база. Все, ребята, до третьей базы мы доехали. Сейчас сделаем кувырки. Вот еще один лотерейный билетик. Отлично. Кувырочек сделаем. Максимальное количество раз. Ой, хорошо, хорошо. Так, вот жирненького мы убили, да. Надо вот этих жирненьких убивать. А они только вот на третьей базе начинают появляться. Ну, на четвертой базе их много. Ух ты, опять эта толпа бежит. Смотри за мной. Давай, где же ускорение? Есть ускорение, ребята. Сейчас мы убежим от этих зомби. От толпы этой большой. 500 метров осталось до пятой базы. Офигеть. Ну вот, а нет, это четвертая база только. Ладно. Ну, до красненькой я доехал. Здесь будут большие сейчас. Жирные. Вот они, вот они, вот они. Есть, одного-то я убил. Одного убил. Жирненького. 8000 метров. Офигеть. 8 километров. До базы. Вот. Не знаю, доедем или нет. Опа. Все, ускорение пошло. Так, а здесь был лотерейный билетик? Что-то я не помню. Здесь даже ты не увидишь, да, сейчас? Вот, жирненького, жирненького. Главное, чтобы мы убили. Опа. Отлично, отлично. Главное нам... Вот, летим, 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 летим. Сколько там метров осталось, интересно. 4000 метров, очень много, ребята. 4000 метров, это много. Нам главное доехать как-нибудь. Дотянуть, дотянуть до того. До четвертой базы, до пятой? Не, да, до пятой базы. Да, они дотянули. Нас съели.